всем привет. Приехали сегодня в Новороссийск, на так называемый молл. Вот, половить ставриды. Были здесь не так давно, буквально, может быть, пару дней назад. Была погода гораздо хуже. Вот, но достаточно неплохо и успешно здесь удалось отловиться. Сегодня тоже будем пробовать. Вот, погода, конечно, гораздо приятнее, практически нет ветра, ну, точнее, он был, сейчас поутих, и, в принципе, нет волн, поэтому рыбалка должна получиться весьма неплохой. Плюс ребята уже немножко половили, и рыбка клюет. Так что погнали ловить рыбу. Да. Сегодня я тебе скажу, она будет покапризнее, чем в прошлый раз. Да? Да. Почему? Потому что у нее такие поклевки. Во-первых, они очень редкие, во-вторых, она пощипывает прям. И на долгой-долгой паузе берет. Добрый. Да только пришли еще, вот буквально по 5 забросов. Так, пару ставридка мелкая и все. А вот и она. Мелкая, да? Да, да. Да, ближе ко дну. Слушай, ну лучше так, чем совсем без нее. Долго, конечно, все это происходит, еще и сходы. Но... Что надо? Потяжелее ты, Миша? Можно. Я вчера не захотел, да? Вчера ветер, да?
Ай-яй-яй. Прозевал. Поклевку. Есть. Добрал. Есть такая тема. Чуть получше размер.
ловишь подсветку? Ленчик ловит, у меня пока нету. Ага, только сказал и сразу клюнул. Ну что, друзья, закончили рыбалку. Весьма неплохо отловились. А с учетом того, что сейчас середина декабря, отловились просто шикарно. Погода порадовала. Ветер совсем стих под конец рыбалки. Ни волн, ни ветра. Прям очень круто. Надеюсь, в таком формате видео вам понравилось. Это уже второе такое ночное видео. На моем канале, может быть, конечно, не сильно информативное, ничего особого там, ничем не делился, скажем так, но, по сути, хотелось просто получить удовольствие от рыбалки, половить рыбку, учитывая, что уже порядка 2 недель вообще на рыбалках не появлялся, и в этом просто не было смысла. Так что как-то так. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео на моем канале. Так что до новых встреч и пока-пока.